У ефіра програма «Новини регіону», студія Олена Мельниченкова. Вітаю вас сьогодні у випуску. От сельской господарки до медицины. Напрямки супрацовництва обмерковали керовництво Могилевшины и надзвичайный полномоцный посол Израилю. Середний утой – амаль 4,5 килограммов. У яким районе живут самые молочные коровы? Съели. Съели? Да. А чем ты кормишь их? Капустой. Как ты думаешь, им вкусно? Да. Незвичайный подарунок отримали семьи, которые находятся на постинтернатном сопровождении. Надзвичайный полномочный посол Державы Израиль у Республики Беларусь Алан Шогам наведал Могилевскую область. Дипломат побывал у СЭЗ Могилев и у технологичном парку Могилев. И наведал Могилев Лифтмаш. А по часу встречи с старшиней Могилевского облаканкама Владимиром Доманевским обмерковали питание супрацовництва от сельской господарки до медицины. Свое знакомство с регионом надзвичайный полномочный посол Державы Израиль у Республики Беларусь Алан Шугам начал с наведывания свободной экономической зоны Могилев и технологичный парк Могилев. Уже видно, что в сфере, в бизнес-сфере здесь есть очень интересные варианты, которые могут быть интересны израильским бизнесменам, особенно парки, в которых они могут развить свой бизнес с хорошими условиями, очень хорошей инфраструктурой. Честно говоря, довольно, как сказать, впечатление от тех возможностей, которые сам регион может дать бизнесмену. Подчас встречи с керавництвом Могилевской области обмерковали пропановы по супрацовництве у навучанні студентов, вытворчасти кашерной мясной продукции, инвестициях. Цікавые Могилевшины и израильские технологии сельской господарки. У нас действительно есть много направлений для взаимного сотрудничества. Прежде всего, это развитие сельскохозяйственной отрасли. С одной стороны, нам интересны технологии израильские для увеличения эффективности, производительности по данному направлению. С другой стороны, израильской стороне очень интересна поставка продуктов питания из-за ограниченности природных ресурсов в Израиле. Прогучала пропанова организовать поставку у Израиль артезианской бутылеванной воды с города района. Что до туризму, для жыхароў Израиля, которые проводят свой летний отпочинок у краин с умеренным климатом, у Могилевской области могли бы специально распрацовать маршруты с наведыванием культовых и памятных мест. Есть сфера, допустим, туризма, которой мы очень заинтересованы. Израильтяне, особенно летом, любят выехать из Израиля, немножко отдохнуть от нашего иногда жаркого климата. И это очень интересно израильтянам увидеть достопримечательности, как лес, вода, те вещи, которые здесь почти саморазумеются. У нас они не всегда такие понятные. Например, сегодня дождь. Для нас это бесплатная вода с неба, для вас это какая-то помеха дневному порядку, но для нас это большой дар. На шарговой встрече запланована больше деталевая размова про все взаимовыгодные пропановы. Андрей Шуляк, Татьяна Белоусова, Александр Артемьев, новины региона. Самые великие удои молока на корову у Кировским, Шкловским и Могилевским районе, поведомили у Аблсельгазхарчи. У всего на Могилевшине 518 молочно-товарных ферм, а колькость буйно-рогатой живелы – амаль 550 тысяч коров. З их 170 тысяч – это молочный статок. Середний удой молока на одну корову склав 3308 кілограмів. У Кіровську, який лідирує по надоях, 4405 кілограмів. По словах спеціалістів, у Білорусі відсутнічає яскравий поділ на сезонність молока. Правда, з наступлением мая об'єми, які здають на молокозаводи, повялічуються, зимою поменьшаються. Каб досягнути усе ж таки балансу, випас на полях заміняють на збалансоване і узмоцнене харчування. До речі, 45% молока, що поставили на перапрацоўчае прадпрыемствы, залічаны гатункам экстра. У лістападзе пенсіянеры атрымаюць новыя пенсіі. Нагадаем, з 1 числа вырастуць працоўныя пенсіі прыкладна на 5%. Сярэдні памер налічаных пенсій па вобласці складзе 311 рублёў.
Як паведамілі ў абласным камітэце па працы, занятасці і сацыяльнай абароне, пераразлік зроблены ўсім пенсіянерам Магілёўшчыны. А што да памера павелічэння, ў кожнага ён будзе свой. Ён залежыць ад індывідуальных параметраў пенсійнай справы канкрэтнага чалавека. Стажа працы, велічыні заробка да звяртання за налічэннем пенсіі, ад дадатковых выплат. Дарэчы, у сувязі з вялікімі святочнымі выхаднымі выплата пенсій, якія выпадаюць на гэтыя дні, праз паштовыя аддзяленні будуць праводзіць раней. Цяпер больш за 300 тысяч жыхароў Магілёўшчыны пенсіянеры, гэта 28%. Працягваюць працаваць больш за 65 тысяч чалавек. Ёсць і тыя, хто адмовіліся ад выплат і адклалі свой выхад на пенсію. Іх 514 чалавек. Яны пакуль зарабляюць так званыя бонусы. У будучым іх пенсіі будуць павялічаны ў залежнасці ад перыяду, на які адмаўляліся ад выплат. Делегацию китайских школьников у гостях примала Могилевская гимназия номер 4. Дети с Поднебесной приехали в Беларусь до новых сябров. Для белорусских детей это шанс поразмовлять по-китайску с носьбитом мовы, якую у этой гимназии теперь выучают. Такого шчырага прыёма, кажуць кітайскія школьнікі, не чакалі. Дзяцей з горада Чамша, правінцыі Хунань, сустракалі дзяўчынкі ў беларускіх касцюмах з караваем. Каб дзецям было лягчэй пазнаёміцца, ім прапанавалі гульню, маўляў, знайдзі сабе напарніка. Такі візіт сяброўства стаў магчымым пасля таго, як у гімназіі з'явіўся педагог кітайскай мовы. Адміністрацыя навучальнай установы вырашыла развіваць кантакты з адной са школ Кітайскай народнай рэспубліцы. І ўсё атрымалася. Дружба – это дружба. Неважно, побывал ты в Китае или нет. По-моему, между людьми есть какая-то связь. Мы как бы понимаем друг друга без слов. Магілёўскія школьнікі показали детям свою гимназию. Класс белорусской мовы и класс замежной. Менавіта тут третьеклассники теперь могут выучать китайскую мову. Кроме того, что дети изучают китайский язык, начиная с третьего класса, у нас появилась мысль по поводу некого взаимокультурного обмена для того, чтобы усилить вот эту составляющую для наших ребят, которые вовлечены в китайский язык здесь у нас в Беларуси. Северный Китай уже давно изучает русский язык, и там и в школе, и в университете. Поэтому это есть попротиво, и сейчас у нас приехал начальник образования Китая, Куршанша, и мы будем, наверное, разговаривать с начальником образования Могилёва о этом вопросе. Совместная разработка, какой-то обмен школьника там, как ваши дети учат китайский, и наши дети учат русский, и белорусский тоже. И який ж визит без смачного обеда. Китайские дети частовали салатой, бульбой и борщом. После обеда детей из Китая чекал концерт и экскурсия по областным центрам. Наталья Ильинич, Виталь Алексеенко, новини региона. Наши таленты та бе Беларусь. Областный этап республиканского фестиваля творчества пройдет в Могилеве 1 листопада. На сцену выйдут с десяток коллективов профсоюзных и ведомостных клубных установ с Могилева, Бобруйску и Горок. На фест приедет специальный гость, заслуженная артистка Республики Беларусь Инна Афанасьева. Мероприемство будет складаться с полугодинных тематичных концертных программ. Продемонстрировать свои таленты удельники смогут у разных видах творчества. А за круглым столом обмеркуют актуальные тенденции у организации отпочинку працовников, протягнение их у мастацкие гуртки. Творчая частка фестивалю завершится узнагороджванием пераможцу областного этапа. Менавіта яны и отримают путевку у финал, який пройдет 21 снежня у Республиканском палаце культуры профсоюзов. Дарэчы, свои нумары финалисты будут рыхтовать совместно с ведомыми белорусскими выканавцами-земляками. Семьи Могилёва, которые находятся на постинтернатном сопровождении, отримали незвычайный подарок от Центра социального обслуживания Ленинского района. Батько, которые имеют статус сироты и у которых уже есть дети, запросили наведать контактный зоопарк. Центр сацобслуговання патраніруе тых сирот, якія скончылі навучальныя установы. У яго аддзяленні суправаджальнага проживання зараз больш за 120 таких подопечных. И под опекой специалистов яны будуць до спаўнення 23 годов. Видя, как дети взаимодействуют с животным, видя довольно улыбки родителей, мы понимаем, что вот, ну, ради чего мы это делаем, для чего это все нужно. И, ну, хочется дальше творить, хочется дальше помогать. Вот такие доброчинные мероприемства – приемный бонус до той великой допомоги, якую оказывают сиротам соцработники. Проблемы працаулаткавання, жилья, их вырашение часом допомагая не зломиться и навод заховать семью.
То жилье не было, с проблемой с жильем снимали квартиру, то потом с деньгами было. Сейчас у нас все хорошо, поэтому семья стала крепкой. Маленький Илья упершиню бачит декоративных просюшков. Эмоции столько, что готовы отдать им усю городнину. Съели. Съели? Да. А чем ты кормишь их? Капустой. Как ты думаешь, им вкусно? Да. А покуль малы не ведая подробязности про дзятинство своей мати, про тое, что у 11 годов у яе не стало самых близких, а ей з'явились иншие люди, якія подтримали. И зараз я на вельми удячная за гэта. Внимание постоянно от соцзащиты. Ребенку вот особо понравилось кормить животных. Он тоже только как бы в засаде был. Вот так, да. Впечатлений много. Да, море. Вандровка по контактным зоопарку приносит шмат становчих эмоций малым, а значит и их мати. Некоторые из их у пэўным узросте не имели махчимости вот так бавить час с батьками. Работники центра соцобслуговывания имкнутся зарабить усё, каб заполнить гэты пробел. Татьяна Сергейчик, Олеся Рыбалка, Александр Тарасов. Новини региона. Мода на модульное оригами пришла у агрогородок Ясень Осиповицкого района. Занятки по этой китайской технике з'явились дякуючи мясцовому библиотекару. Оксана Дубинина майстерство спочатку освоивала сама, а потом захопила этой справой и тех, кто приходил до яе у библиотеку. Трапили на занятки и наши корреспонденты. Низкокалорийный, мы вот его назвали низкокалорийный торт такой, да. Я всем поделкам придумывала название. Вот это ваза с цветами у нас, конечно, да? У Ясеньской библиотеки назбиралось несколько десятков таких работ. Автор-библиотекарь Оксана Дубинина и не зауважила, как народилась целая выстава. Училась сама вот на этом цветочке. И пока сложно, пока руки привыкли, вот немножко их пока сложила, потом повернула. Ну вот как бы получилось. Думаю, ну, наверное, вроде бы ничего. Экспонаты майстрица имкнется примерковать до тематичных выстав своей библиотечной установы. Вось побач с творами про каляды – елочка. А на стенде с литературой военной тематики – вось такая техника. Так пополам. Так, один завернули, второй завернули. Самые постоянные наведвальники библиотеки, школьники, просто не могли не зауважить гэтые творы и сами попросились научить их модульному оригами. Юные рукодельники имкнутся по прикладе майстра без кропли клею робить уласные оригинальные творы. Мне понравилось. А ты уже думал, какую работу хотел бы ты сделать? Ну, я бы хотел сделать вот такую черепашку. Она мне понравилась. Ну, это, наверное, сложно? Ну, не знаю. Ну, ты будешь стараться. Да, я буду стараться. Я здесь видел очень много работ, но мне более как-то запало в душу это вон тот танк. Все-таки я мальчик, мне это естественно. Он меня как-то затянул. Ты бы хотел сам сделать такой? Да, я уже пробовал, но не получается. Усё обовязково атрымается. На стварэнне папяровых экспонатаў неабходна немало часу и терпливости. Напрыклад, для такого персонажа спатрэбілася 800 модулёў и амаль месяц працы. Я вообще называла себя человеком не творческим, я работала вот даже больше хозяйственным человеком. Оно, наверное, может, атмосфера эта библиотечная действует, может, общение с людьми действует, с детьми. Ну вот это вот как-то само собой выходит, и когда получается, очень радуешься, конечно, хочется передать это другим. Ну я рада, что вот это как-то вот кому-то нравится. Такой корыстной занятости задоволенные и батьки, и наставники школы. Творчие поспехи радуют и библиотекара Оксану Дубинину. Тем более, что в учни после занятков оригами николи не забывают собрать и мастацкую литературу. Олеся Рыбалка, Александр Тарасов. Новини региона. Мокрый снег, порывистый ветер и гололедица – такие прогноз на тыдень дают синоптики. По их словам, характер надворья в ближайшие дни будет вызначать циклон Гервард. На территории Могилёвщины чекается воблачное с прояснениями надворья. На большей части пройдут опадки в выгляде дождя и мокрого снегу. Местами слабый туман, на дорогах гололедица и мощный ветер. Порывы до 15-18 метров за секунду. Температура по ветру у ночи 0-5 градусов, у день 1-6 выше за 0. У четверг так само мокрый снег, дождь и гололедица, а слупок термометра почне крыху паусти вверх. У день прогнозуется уже до 9 градусов тепла, а у пятницу не чекается и снегу. Магчимы дожди, знов порывы ветру до 14 метров за секунду. Температура по ветру на протягу суток у межах 3-8 градусов со знаком «плюс». При этом атмосферный тиск периодично будет то расти, то падать. Медики рают метеозалежным людям быть больше уважливыми до своего самоотчувания.
Самые цікавые новины Могилёвщины вы можете найти на нашем сайте tvrmogilyov.by. А я на этом с вами развитываюсь. До встречи!